Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книг «Открытым оком», 10 том, вопрос 2351. Путин вмешался в дело объединения. Ему это нужно? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Даже очень. И о том мы уже говорили. Вот как смотрят люди не нашего круга. Михаил Поздняев. Новые известия. Номер 97, 13 ноября 2003 года. Кавычки открыты. И, наконец, самое главное. До слуха правителя России впервые могло быть донесено сообщение, или, как сейчас говорят, мессеги, которое пронесла зарубежная церковь через все годы и знания. Осмысление опыта безбожной революции и падения монархии, как отнятие удерживающего и апостасии мирового отступления от Христа. Если это было сказано, то есть шанс, что со временем это сообщение прорастет в сознании правителя и принесет добрые плоды. Не надеюсь, чтобы Путин понял это сообщение здесь и немедленно. Судя по его словам, Россия потихоньку возвращается в семью цивилизованных наций, но думаю, что и для русской православной церкви за границей это тоже имеет определенный смысл, потому что нет большего блага для церкви, чем служение Родине. Кавычки закрыты. Президент говорим. Президент еще очень далек от духовного понимания этих проблем. Для начала ему нужно понять хотя бы тот простой факт, что наибольшее благо церкви заключается не в служении Родине, а в служении Богу. Я уж не говорю об употреблении либерального клише «цивилизованные нации». В кругу тех людей, кто всю свою жизнь положил на сохранение именно русской дореволюционной цивилизации во враждебном инославном и иноязычном окружении. Впрочем, если он понимал под цивилизованными нациями и дореволюционную Россию, в чем сомневаюсь, то звучит «нет», звучит все равно весьма двусмысленно. Впрочем, человек изменчив, даже если это политик и президент. Будем надеяться, что владыками были найдены точные и правдивые слова, которые смогут изменить на лучшие взгляды этого человека, а значит и судьбу всей России и мира. Кавычки закрыты. У Путина и его окружения сегодня тот же синдром, что и у язычников, хотевших участвовать в созидании Храма Божия. Ответ им должен быть только по Библии, как отвечал Зарававель, в чей храм явится сам Иегова. 1 Ездры, 4 глава, с 1 по 5 стих. И услышали враги Иуды и Вениамина, что возвратившиеся из плена строят храм Господу Богу Израилеву. И пришли они к Зарававелю и главам поколений и сказали им: «Будем и мы строить с вами, потому что мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему, и ему приносим жертвы от дней Асардана, царя сирийского, который перевел нас сюда». И сказал им Зарававель, и Иисус, и прочие главы поколений израильских: «Не строить вам вместе с нами дом нашему Богу. Мы одни будем строить дом Господу Богу Израилеву, как повелел нам царь Кир, царь персидский». И стал народ земли той ослаблять руки народа иудейского и препятствовать ему в строении. И подкупали против них советников, чтобы разрушить предприятия их. «Не все то золото, что иногда блестит, сентенцией такой под носом утираем, мочением головы пытаемся крестить, и храм любой толпа считает раем. Блестит и риза на худой конь в конец, на сохудалом, жирном и бездарном. Тот батька, кто надел с цепочкой крест и вместо проповеди газ пустил угарный. Слова и действия по Библии проверьте, все так ли говорит слащавый поп? Быть может, в храме лишь скоты и звери, кому причастие и исповедь не впрок. Из обещания речи депутатов, пузатых и крикливых краснобаев.
их легион уродливо горбатых, всем обещали завтра дать по раю. Не все то золото, что языком намолото, проверь, сравни с Писанием и Иеговы. Увидишь, водоемы без воды расколоты, в проектах значатся, как полные и новые. Блестит начищенный, как пуговица купол, сусальным золотом архиерей обвешан. Не сам ли дьявол так увел, запутал? Промемлят при кончине, виноват и грешен. Живая проповедь заменена молением, стоянием, языческим шатанием. Поп прихожанам перебил голени и выбросил ненужное писание. Не все то золото, что при свечах блестит, нахваливается без малейшей пробы, при обещании нам все и вся простить, но не сказал, как многих он угробил. Слова, что в Библии очищены огнем, перелопачены отцами в толковании, их рассылуем, приняв или пнем, бездействием халатным, не словами. 17.07.04. Игнатий Лапкин.